Всем привет, с вами Данёк Пенёк, и сегодня я покажу, как скачать Майнкрафт на PSP. Для этого нам нужен эмулятор с моей PSP, сейчас я буду на ваших глазах это качать. Вводим PP с SPP, у меня уже установлено. Вот. Нужна обычная PP с SPP. Далее нам надо иметь браузер или вообще что угодно, но там Chrome, Яндекс, там Гам Яндекс, там всякие. Вбиваем сюда. Скачать Майнкрафт на PPSS. Ой, много СС написал. PP. Все. Скачаем. Точнее, вводим. Ищем. Вот находим. Downloads Minecraft PSP 2.0 Release Mod for Limecraft Mod DB. Вот. Если хотите, еще напишите dobbd.com. Ну вот. Теперь мы заходим. Вот тут у нас все версии Minecraft абсолютно же секретные. Ну, я качаю самую вот лучшую. Вот. Ой, я еще не зашел. А не. Вот, Майнкрафт 2.0, только не релиз, который все, он сдох. Там, ну, релиз-то там не на всех потянет. На Самсунге особенно, вообще только. У кого. Короче, не потянет просто. У кого 2.4, он не потянет. Точнее, у кого 2.4 максимум такой Android, да, потянет. Качаем PSP через PSP 1 1000, PSP 1000. Minecraft 2.0, PSP 1000. Вот, качаем. Тут вот написано Download Now. Нам показывают какое-то видео, но это не видео, там надо его воспроизвести, но суть остается та же. Сейчас у нас загружается. Я пока это остановлю. Вот у нас загрузилось, вот. Мы вот с этого видео переходим, не с этого видео, но видим там строчки, вот, видите, тут видео у нас. Быстро переходим на вот эту ссылочку, самую первую. Самую первую. Давайте проходим самую первую ссылку. Давай, 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 говно. Вот начинается загрузка. Сейчас я буду ждать. Загрузка весит мало. Точнее, сам Майнкрафт весит мало. Около 120 мегабайт. Ну и... Ладно, пока пусть загрузка будет. Я вам сейчас остановлю, чтобы загрузка быстрее была. Ах, ну да, ребят, я хотел вам сказать спасибо за такое большое количество подписчиков, за 23 подписчика уже. Это уже хоть что-то у нас набралось, какое-то количество подписчиков. Это круто. Возможно, я буду записывать геймплей по Майнкрафту. Возможно, это 1% из 100. 1%. Нет, это 3% из 100. Вот прям 3% из 100. У вас очень маленький шанс, если наберется хоть 50 подписчиков, то я летом покажу, как же вам скачать GTA 4 на Android. GTA 4. Это не так GTA 4, а Air User Games или там всякая херня. Настоящий GTA 4. Кстати, уже вышла GTA One Games Corporation. Это GTA не говно, не сам шедевр, но круто. Только она вылетает. Ну ничего. Там нужно 80 тысяч вантута, а у меня нету столько. У меня точно так же 80 тысяч вантуту. А теперь, ну, сейчас накачаюсь, я поставлю на стопку. После того, как мы загрузили... Мы заходим в приложение RAR, да, его надо тоже установить. Что мы делаем? Вот, мы все.
сделали. Так, my favorites. И вот этот Майнкрафт. Вот я нажал даже на него. Вот Майнкрафт PSP 1000. Вот всякая хрень. Ну, распаковываем. А, берем образ. Либо вы хотите куда-то распаковывать, но я лично распакую вот просто в корень папки. В корень всего этого. Ждем. Ждать вам придется недолго, максимум 2 минуты. Не бойтесь, успейте там чаёк заварить, попить его. Но у меня очень быстро устанавливается. Я даже эту установку не буду делать там в 2x. Ну, короче, не забудьте. Сейчас устанавливается. Блин, кажется, устанавливается уже. Устанавливается, давай, устанавливается. Да, я пока остановлю, потому что вот сейчас до 99% все. Кто это написал тут у нас? А знаете, почему я не даю ссылку на GTA? О, все закрыто. Знаете, почему я не даю ссылку на GTA? Да потому что я забыл. Шучу, если вы хотите ссылку на GTA, то наберем 100 тысяч подписчиков, как я говорил, и прах, GTA ваша. Настоящая. Что? Все нормально. Так, теперь заходим в ПП и ЦПП. Заходим. Сейчас офигительно. Вот мы видим Майнкрафт. Ну, или вы заходите в какую-то покупку. Изменить фон интерфейса. Даже используем фон интерфейса. Вот, короче. У нас ХО, и демо нету, так что мы просто Майнкрафт, ПП и ЦПП. Вот. А еще внимание, тут может быть вылеты почти на всех устройствах. Вот поэтому я вам не хочу советовать, а удалять сам zip, как я говорил раньше. Потому что это не очень хорошо, но... Вы должны переустанавливать Майнкрафт каждый раз, когда, если у вас будет вылетать. Это либо на моем устройстве просто. Ебать, кнопочки маленькие. Как тут прыгать? Относительно нажимаешь, прыгает. Не понимаю, как тут надо. PSP, хочу этот Майнкрафт. Да это не Майнкрафт, это говнокрафт. Вы посмотрите. А как тебя убить-то, а? А, вот так. Думаю, что-то за хап. Короче, ребят, всем, кому понравилась вот эта вот версия Майнкрафта, но она никому ни хера не нравится. Нет, Xbox Live. Даже не та включил. Короче, полный Майнкрафт, не бета. Можно изменить язык в... Оптинс в настройках, и здесь где-то надо изменить язык. С вами был Данёк-Пенёк. Всем подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Кстати, предупреждение. Если кто хотел ввести там ключ генерации, то там вряд ли есть ключ генерации. Ну, там генератора там нету. Такие вот простенькие. 1-1-1, это домик ведьмы. То у вас запущится, но без домика ведьмы, кажется, я не пробовал. А так, с вами был Данёк. Все подписывайтесь. Все подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.